Ну, вкусно же. Ты не дашь мне людям рассказать, какая песня у меня выходит. Знаете, получается, я хотел вам сообщить новости о новой песне, хотел вам рассказать о нововведениях в гостре-языке. А у нас получается, знаете, такие сніданок собі один плюс один. Чего? За столом нет? Ну на. Доброе утро всем. А, знаете, это не гострые языки, это не кулинарная программа, не кулинарное шоу. Это просто поговорить с вами, потому что сейчас я кофе себе сделаю. Потому что есть для вас приятные моменты, а есть для вас новости. Говорю, доброе утро, на самом деле на часах уже 10:30 вечера. Ладно, не об этом. Да, Марс? Да? Ну давай, место. Давай, место, место, место. Давай, молодец. Дать тебе тунца? Давай, покормим тебя тунцом. Давай. Сейчас. А, так, возвращаюсь к вам, потому что есть приятные моменты, где наш тунец, о которых вы должны знать. Ай, Марс, тут масло вылилось. О которых вы должны знать. Это и про песню, это и про Марс. Да, я себе налью кофе. Где мой котеночек? Где? Сейчас тебя папа покормит. Тунцом. Господи, я бы этот тунец жрал и жрал сам. Нюти-боти, боти-боти. Сколько тебе ложечек тунца? Сейчас котенок, потому что в контейнере масло разлилось, пролилось. Даю тебе тунца. Итак, первое. Я готовлю к выпуску. Даю, марлыш, даю. Я готовлю авторскую песню. Как смачно. Это раз. Конечно же, авторская песня не на, слава богу, русском языке. Место. Конечно же, авторская песня. 5. Давай 5. Ну, теперь можешь и кушать тунца. Давай, место. Марс, место. Ну давай, не хочешь тут сидеть, сядешь тут. На. Давай, место, место. Вот. Вот, котёська. Не хочешь за столом со мной завтракать? Давай, давай, молодец. Вот всё сюда, на. Чего? За столом нет? Ну на, добрый. Марс, тунец. 270 гривен баночка. Сиди голодный. Ну, вкусно же. Ты не дашь мне людям рассказать, какая песня у меня выходит. Знаете, получается, я хотел вам сообщить новости о новой песне. Хотел вам рассказать о нововведениях в гостре-языке. А у нас получается, знаете, такие сніданок собі один плюс один. Пісня. Англоязична. Англомовна пісня в співпраці з діджеєм. Звичайно ж,
не в співпраці з українським діджеєм, тому що моя музика, мій голос – це не для ринку українського. Взагалі вийшло з цим діджеєм, у нас чудове знайомство через платформу TikTok. Ви вибачаєте, я буду снідати. Снідати обманюю вас, тому що на вулиці вже вечір. Я просто до того, що випуск буде завтра. Піздує це все. Одним словом, я дуже втомлений, тому що цілий день знімали з Владом. До того, от вже про нововведення. Вже буквально після завтра у нас вийде випуск з Владиславом. Хто не знає, хто такий Владислав, підказую, чи учасник, по-моєму, якщо добре пам'ятаю, 10-го сезону MasterChef. Не вмію готувати я, не вмію, не заходить мій контент, не бачите мене в якості кулінара. Нема питань. Все заради вас. Це для вас, дорогі мої. Правильно. Такое кулинарное, блядь, шоу, как я веду, должен вести профессионал. Поэтому будем сотрудничать с Владиславом. Потом, то есть это уже, да, про гострые языки. На этой неделе, до речи, как уже говорим про гострые языки, ми обрали переможця кавоварки. Хто той переможець? Хто той щасливчик електрокавоварки? М'яса хочеш, да? Побачите в випуску з Владом. Він вам і озвучить переможця. Ну, а я нагадую, що щотижня гострі язики дарують, даруватимуть електрокавоварку одному з наших підписників за величезну активність, за кількість коментарів, за чудові коментарі, за репости і так далі. Так, цукор. Щодо пісні, повертаюсь щодо пісні. Вибачайте, стільки говорю, а де суть? А суті нема, тому що я втомлений, і в мене така каша в голові, що то жах. Так от, у сотрудничестві з зарубіжним діджеєм і об авторской песне. Так, Марс у нас поужинал. Можно закрывать тунец. Да? Вы посмотрите, что он делает. Я вам сейчас покажу. Ну, посмотрите, что он творит. И мой дикарь маленький. Гнездо себе будуе. Гнездо будуе себе. Хтось пазли збирає. А я думаю, хто придумав ті всі дурні мелочні детальки? Пазл, лего. От создатель. От создатель вам этих всіх детських хуйнь. Мені людина написала, типу, слухай, Саша, твій голос і справді для якихось закордонних проєктів. Твій голос і справді, Саша, ну, це не твоя взагалі сфера сидіти в TikTok і співати TikTok. Пора виходити, як говориться, за межі цієї кухні. Добре, якщо маєш якусь пропозицію, пиши, говори. Грошей в мене нема, звичайно, щоб тобі платити. Я готовий вислухати.
Це було десь 2 місяці по тому. І так створилась авторська пісня. Тут писалась вокальна партія, тобто голос мій писався тут. А вже там, в Бостоні, писалась музика, аранжировочка. Ну, одним словом, пісня готова. Я не знаю, правда, коли її презентувати вам, тому що переглядів зовсім немає у мене на YouTube-каналі. Тому чекаю, чекаю. Далі, що хотів ще сказати. Так, щодо пісні сказав, втомлений, але сказав. Щодо гострих язиків сказав, котрий видали випуск післязавтра буквально. Потім же ж, так, я насправді буду дивитись, як заходять випуски гострих язиків з участю Влада. Якщо все буде вам подобатись, якщо буде не те, що велика активність, навіть велика, не побоюсь цього слова, велика активність, чудові графіки, показники, то Влад і залишиться ведучим гострих язиків. А я буду займатися своєю справою, буду цей проект просто продюсувати. От, тому що бачу, що я не цікавий аудиторії як співак, я не цікавий аудиторії, господі, вибачте, чесно, втомленість, я не цікавий аудиторії як кулінар, я цікавий аудиторії тільки як артист. Тому на просторах YouTube-каналу, якщо все буде добре, я залишаю Владислава. От. Ну, а я залишаюсь в TikTok як вокаліст. Правильне рішення прийняв чи неправильне, знову ж таки, вообще не єбьет ваше мнення. Вообще. Тому що коли читаю коментарі, а почему не довга, а почему не повна пісня, а почему кусочок, а почему на англійському, а почему на русском, а чому українською співаєш, а одягнись так, а зніми то, мається на увазі, я про одяг, а чому постійно на кухні, от, і он на вас злой. Даже отвечать не хочу, потому что это, блядь, это маразм. Ну, я понимаю, что это ваша задача, сидеть нахуй на диване, нихуя не делать, блядь, только строчить, сука, комментарии, блядь. Вот. Я просто еще раз повторюсь. Кому что не нравится, развернулись, удалились, даже вплоть до того, что заблокировали меня и уебали дальше. Куча, огромная куча аккаунтов, миллионная аудитория тех тиктокеров, ютуберов, уебали туда от меня. Вы кто вообще, я сейчас обращаюсь к тем, кто женщинам, потому что у меня женская аудитория, которая меня любит указывать. А сделай то, а сделай то, а сделай все. Вы кто вообще такие, чтобы мне указывать, что мне в этой жизни, блядь, делать? Это раз. А во-вторых, чтобы мне указывать, что мне делать на своих социальных площадках. Вы кто, блядь, такие? Кураторы, блядь, моей жизни и моей деятельности творческой. В пизду, заканчиваем, потому что я хочу нормально кофе попить, покурить, а не с вами тут ругаться. Пишите, интересен выход авторской первой песни моей? Пишите. Но напоминаю, если будут просмотры вообще дерьмо, хуйня, хуй песня выйдет. Да, я из тех артистов, которые не работают, блядь, лишь бы где-то светиться, звездиться. Творчество — это состояние моей души, это мое. Я могу себе эту песню включить в машине, я могу себе эту песню включить дома, наслаждаться и слушать. Вообще не покупаю материалы, вообще не пишу материалы для вас. Вообще. Вот чем, нахуя? Вы же на английском и так ничего не понимаете. Вот. Второе. Насчет гострых языков вы поняли, да? Я не захожу как ведучий, нема питань, я останусь за кадром, я останусь как продюсер. Вот. А программу будет вести Влад. Как это у нас получится, успешно, неуспешно? Знову ж таки посмотрим,
увидим в первом выпуске, который выйдет послезавтра. Ну, шанс выиграть кавоварку ще маєте. Ще маєте. Перший переможець у нас вже визначений. От такое доброе утро. Проснулись, ебанулись. До зустрічі. До зустрічі на просторах YouTube-каналу 4 вересня. Що зараз? Жовтня. Пока. Thank you.